Всем привет! Сегодня делаем шоколадную колбаску или колбаску к чаю. Что нам для этого надо? У меня здесь чуть больше 700 грамм молотого печенья. Обычно берут песочное печенье, но у меня то, что было, то есть перемололо. То есть и печенье, здесь и соломка, и немного домашних сухарей из белого хлеба, которые сделаны. Бывает, пряники залежатся тоже, все это у меня идет на колбасу. Здесь 10 столовых ложек сахара, 4 столовые ложки какао, 300 грамм сливочного масла, стакан молока и 300 грамм арахиса. Количество масла и молока зависит от того, какое у вас печенье. Если печенье песочное, то масло может быть понадобится чуть меньше. Так как у меня добавлены сухари и соломка перемолотая, масло я беру побольше. Сразу всю массу масла с молоком я не советую заливать, нужно перемешивать и смотреть, чтобы слишком жирно не получилось. Сейчас я молоко добавляю в масло и растапливаю. Сюда же добавлю сахар. Тоже по количеству сахара нужно смотреть, если печенье очень сладкое, то может быть и вообще не стоит добавлять, либо совсем маленько. Вот. Мне надо сахар и какао. Кипятить эту массу не надо, просто до полного растворения. Добавим арахис. И молоко с маслом потихонечку. Печенье можно просто руками наломать. Можно часть, я чаще всего делаю половину на блендере, половину руками, чтобы кусочки оставались. Ну, в этот раз как-то перемолола все. Тоже будет вкусно. Разрезали мешочек целлофановый и будем укладывать. Получилось две таких колбаски. Убираем в морозилку на ночь. Все, колбаска ночь пролежала в морозилке. Можно кушать. Арахиса можно положить поменьше, либо вообще не добавлять. Там уже смотрите по своему вкусу.